папочка вообще отчаянный мужчина. Мы едем просто по полю, без всякой дороги. Вот просто по полю. Поле, и мы едем. Мы переезжаем на другую дорогу. С одного поля на другое поле. С одного поля на другое по полю. Мамочка. Так мы катаемся по полям. Вот мы идем. Мы на лошадях. Что-то не сняли в начале пути. Но мы дошли. Дошли. Тайга, пошли уже. Вот мы с тайгой идем. Я тайгу веду. На, не далась мне сегодня сесть на себя. Мы без седла хотели. Смотри, мама-то это пошла уже. Ну вот, в общем, мы дошли до Парагаевской. Напрямик через сады, через лес, через поля. Вот. Марина с Лешей ехала, я вел тайгу. Опа! Первая наша длительная прогулка с лошадьми. Одна с седлом объезженная, другая без седла не объезженная. Были у меня попытки сегодня. Мы уже на ней ездили, но сегодня она что-то не хотела, чтобы я на нее садился. Вот. Конечно, подустали немножко. Но тем не менее мы пришли. Да, Леша? Да. Мы сделали это. Что, будем, друзья, тут попробовать? Мы сделали это. Или пирамидки сразу, да? Пирамидки.